По многочисленным просьбам посетительниц нашего сайта Freya, адрес которого вы видите в правом верхнем углу экрана, сегодня мы научимся делать несложный, но эффектный черно-белый макияж глаз, который подойдет к нарядам любого цвета. И самое главное, на его выполнение требуется около 5 минут. Итак, белыми тенями покрывается подвижное веко. Границы цветового пятна растушевываем. Черными тенями поэтапно прорисовываем дугообразный элемент, нижняя граница которого будет проходить над складочкой верхнего века. В зависимости от строения верхнего века и личных предпочтений, внутреннюю часть дуги можно сделать более узкой, а часть, выходящую к виску, более широкой или заостренной. Верхнюю границу дуги слегка растушевываем. Теперь белыми тенями наносим более плотный слой на подвижную часть верхнего века. Черными тенями делаем более четкой нижнюю часть дуги. Далее белыми тенями визуально делаем более выпуклым подбровное пространство. Края цветового пятна растушевываем. Влажной кисточкой наносим сухую подводку. Вы можете использовать любую другую, жидкую подводку или черный карандаш. Нижнюю границу нижней линии подводки растушевываем с небольшим количеством черных теней. Осталось зафиксировать макияж и нанести тушь на ресницы. Последовательность действий зависит от того, какое фиксирующее средство вы используете.